Блин, старина, тебя, конечно. Вот если они трибушит построят, это вообще жопа будет. Не знаю. У нас грек вообще даже не хочет переходить. Без героя. Вообще не надо ему. Это был локас по-любому. Ну потому что кто там? Кто еще за нас? Антиема или кто? Не, а за Киев кто играет? Ну, Антиема, он не настолько лучше будет так играть. Отлично, все, беги быстрей. Ну тут Польша делает хрень, конечно. Он все не пройдет. Я тут застроился. Ну а, еще этот фин идет. Ну просто сейчас вообще жесткая заруба у меня тут будет. Я вообще хз. Ёпты мать, смотри, что они делают. Блин, мы эту базу. Ну, то есть, Виталию посмотри. Я вот не знаю. Это пиздец, конечно, ебать, что тут происходит? Ёпты мать. У меня... 1000 вышек, конечно, но я не знаю, это меня спасет или нет. Мне кажется, нет. А, ну сейчас тупо меня сносить пойдут после этого. Но я вообще ничего делать не могу. Ну да, они тупо, ну не все, я тут слю. Тупо все. Бля, они сейчас на кап пойдут, кстати. Бля, и героя сейчас несут моего, ёма. У тебя есть эта лодка, быстрее лодку. Блять, героя хотя бы спасти. Лодки нет? Он вроде тупой, не идет за гером. Быстрее лодка есть? Где лодка? Вон она. Либо 50 хп у лодки. А где вообще? А, ты вон где. Сейчас попробую героем прибежать. Бля, ну теперь если герой солью, это вообще фатально будет. Так, я сейчас, короче, построю барак и на спамлю милите и буду им тупо бегать города брать. Ну, грек у нас же тупой, не может додуматься. Но они, кстати, смотри, тут вообще это, забили хуй. Бля, это 100 дерева нужно срочно. Тем этот целую пачку франц сливает тупо это здесь вот возле Италии. Франк сейчас вообще дерьмо делает, он сейчас всю тупо армию на мне сливает, моему одному керри. Че, он тебя слил там? Ну ты это... Все, как бы... Не удалось себе. Значит... А че ты мне это дал?
Ну, это если что, Франк в замках, тебе надо в империю идти. Я без... Ну, кстати, по городам хорошо все, надо быстрее идти к нам. Сейчас вот так, мой барак построился, я сейчас милить, у нас, по-моему, буду хуярить их города. Я не знаю, что он гряк делает. 2000 золота просто стоит на месте. Вот что он делает? Быстрее, когда это половина греку лучше, потому что его сейчас носить пойдут, скорее всего. Что ты сейчас делать будешь? Я тебе говорю, через Грецию пошли. А как бы тут нормально, героям разношу им пачки целые. Они тупо их не контролируют. Так, все, побежал я, короче, города крысить. Полностью грек уйди. О, у нас грек соизволил в этот феодализм пойти. Все, Франция пошла, короче. Надо походу сейчас реально пойдет на этот. Бля, вот только херово, что вот реально я солю героя, все, каюк. Он в Греции? Бля, вышка построена. Плохо будет, если они поедут, заплывут в Африку, это по-любому 100% будет. Так что ты там закрой там, не знаю, там хотя бы по чуть-чуть поставь. Не, они серьезно заплывут по-любому. А где у тебя герой? Где он? А вон. Да, они сейчас пойдут на Грецию все. Я не понимаю, что они делают. Они по всей карте что-то бегают. Франция вон пошла. А сейчас быстрее нести тут там, я не знаю, что с Киевом творится. А где этот герой Франции? Да, надо... Может, на него сразу пойдем? Давай.
Не, ну это жестко вообще что-то. Отлично. Ну ты вообще Франка лень, что-то не знаю, что-то просто армию сливает. Че, ты вообще себе все слил, да, в них? Или как? Все слил у них? Ну всю армию? Ну тогда пошли до Франции всей армии, да и все. Тебе бы одного этого инженера бы построить. Блин, я не смогу же не строить, наверное, да? А где он у тебя, этот инженер? Дай мне его. Бля, героя, надеюсь, меня не сольют. Я тебе просто говорить буду, где строить. Ну, чтобы ты пока внимания не обращал, я буду им контролить. Потом скажу, где строить. Это же, блядь, это же греческие идут. Бля, там эти опять зашли сзади, ёб твою мать. Те, походу, опять назад нам идти будут. Слышишь? Бля, у меня что-то залагало. Ёб, чё меня так лагает? У меня всё повисло. По городам нормально, я ничего не говорю. У меня зависло все. Господи. Все, я завис вообще. Так, что за херня? Сейчас вот это вырублю скайп. Yeah, they will come chasing us. We find a new place to hide out. Making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. We'll be right back.
Thank you.